Потому что на репетиции времени нет. Ага. Постараюсь не разочаровать толпу. Честно говоря, без понятия, кто все эти люди. Случайные зрители. Керри хотел отыграть по-тихому. Ну, мало ли, что он там хотел. Думаешь, журналисты узнали о концерте? Наверняка. Гиены. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, кажется, не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Уступишь место? Развлекайся. О, здорово. Вот, познакомьтесь, это Дрозин из головорезов. Привет! Я обожаю самурай. Ты тоже? У меня есть все альбомы. Я офигел. Выдыхай, блядь. Он тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне и перестань трястись. Фух. Я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй. Я тоже скучал, Керри. Ладно, работаем. Down, 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 and like Supreme.
не пойму. Вот какая-то херня. Ты о чем? Блять, вот был же у меня реальный мандраж перед концертом. Так будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе. Да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время и все. Хочешь повторить? Ага. Нет. С меня хватит. Ну тогда, вот, держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. А я все-таки еще немного поиграю. Джонни! Его уже нет, правильно? Да. Но он тебя еще слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Перестань. Не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да. А до этого... Это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Ви. Будем на связи. Ви, ты как вообще? Он же Керри мудак, а? Бросил тебя в таком состоянии. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. На большее меня не хватит. Последнее. Может, и правда не надо было тебе соглашаться на этот концерт. Ха. Я уж думал, ты скажешь «спасибо, Ви». Мне казалось, тебе было важно отыграть его ради Керри. Да, но твое здоровье в любом случае важнее. У Керри теперь своя жизнь. А мы должны позаботиться о том, как тебе вернуть свою. Пойдем.